Более двух десятков аварий и один пострадавший. Такова сводка региональной госавтоинспекции за прошедшие сутки. О дорожном происшествии в Засвияжском районе Наталья Валуйская. По предварительной информации, водитель, 36-летняя женщина, управляя автомобилем Mazda CX-5, совершила наезд на стоящий автомобиль «Луидор» под управлением водителя, 42-летнего мужчины. В результате ДТП пассажир автомобиля «Луидор», женщина, 46 лет, обращалась за медицинской помощью.